Привет, народ! В общем, ситуация довольно интересная. Решил ей поделиться. В общем, перестала работать мобилка, ну, в смысле не мобилка, а сим-карта. То есть никуда не могу дозвониться. Ко мне люди могут дозвониться на МТС. Я же позвонить никуда не могу. То есть просто короткие гудки и все. Никаких блокировок, никаких запретов вызова я не ставил. В любой номер набираю, сразу идут короткие гудки. Ну, как бы решил выяснить у оператора, что же с моим номером, так как со своего телефона позвонить я даже не могу. 3 единички на МТС. То звоню с телефона супруги. Потому как, ну, нереально вообще куда-то позвонить и узнать что-либо нереально. То есть на счету у меня, ну, для понимания, 1600 с чем-то там гривен. Вот сейчас на этой мобилке, на которую я снимаю, 1600 с чем-то гривен, то есть, ну, понимаете, да? Не деньги кончились, в общем. Позвонить никуда не дает. Ну, звоню на 3 единички. Ждите соединения с оператором. Жду соединения с оператором. Минут 10 подождал, и связь прервалась. Ну, то есть разговор закончился. Короткие гудочки пошли. Дальше набираю еще раз. Говорят, вот, чтобы не ждать, девушка, типа, вот это же говорит, да, нажимайте кнопочку 2, и мы за 50 копеек вас быстренько соединим с оператором. Нажимаю 2, ну, думаю, быстренько. Говорит, хорошо, с вашего счета сняли 50 копеек, оператор сейчас поднимет трубочку. В течение 20 минут ожидайте. Вот это у МТС платная услуга, быстрый ответ. Короче, подождал я минут 15, наверное, и связь оборвалась. То есть опять пошли короткие гудочки. Сейчас я уже жду, давайте покажу. Вот слушаю вот эту музычку уже, да? Вот так вот. И вот смотрим сейчас вот здесь вот у нас, вот, 45 минут. Всего-навсего я жду, то есть это как бы, ну, для Украины это нормально. Вот так работают в Украине мобильные операторы. Ну, сейчас у них там ребрендинг намечается, да? И после ребрендинга будет уже не МТС называться, сотовая связь, а Водафон, по-моему, да? Да, по-моему, Водафон будет. Интересно, это что-то поменяет, или мы будем также сидеть по 60 минут по часу, чтобы вот дождаться ответа оператора и спросить, за что же я все-таки плачу деньги каждый месяц, да? Хотя, если честно, то ни разу счет я на этом пакете МТС не пополнял, но тем не менее, как бы на счету у меня 1600 гривен. Там есть интересная схема, если кому интересно, ссылочка будет в уголке, как это делается. Ну вот, мне рады помочь. И вот скоро, совсем скоро. Ну, как бы, вот я не знаю, как с этим бороться. Может, давайте попробуем с помощью YouTube, да, потому как так не получается. Я не знаю, знает ли руководство компании, вот, ну, как бы, да, данной ситуации. Мне просто интересно. Потому как, ну, были у меня такие подобного рода видео и с Приватбанком, да, когда я вот по часу сидел, выслушивал. Если кому интересно, это Comedy Club отдыхает, наберите в поиске по каналу Приватбанк. Счастливый клиент, по-моему, называется Приватбанка, что-то такое. Ну, там, в общем, Comedy Club отдыхает. Ждем здесь, если что-то будет интересное, тоже камеру включу. Ну, пока видите, да, что уже у нас тут, ну, почти час жду. Я в шоке просто. Ну, слов нет просто, одни эмоции. Пока нажимаю на паузу. Соединение с оператором будет наиболее часом. Мы будем рады вам помочь. Ну что, я вот так же дальше сижу, слушаю. Угадайте, сколько времени прошло? Еще полчаса. Было 50 минут у нас, да, кажется? Час 20. Вот какие нервы нужно иметь с этими людьми, как вы думаете? Наверное, железные. Улыбает меня эта вся ситуация, хотя, ну, реально хочется плакать. То есть в стране бардак. Вот просто в ближайшее время меня подключат и все мне расскажут. Телефон не работает при этом. То есть не телефон, я ставил симку в другой телефон. Ко мне можно дозвониться, ко мне приходят смски.
Я могу отправлять смски, звонить я никуда не могу. В чем проблема, непонятно, и вот как бы выяснить это не могу я. Ну, просто я не знаю. Вот жду уже 1:20. Ждем дальше. Eastern Union. Зарабатывайте на зарубежной недвижимости. Получайте деньги каждый день. Это проще и выгоднее, чем ходить на работу. Ссылки в описании. В общем, прождал я ровно 2 часа. Хотел уже включить мобилку, чтобы дописать, да, вот что я 2 часа жду. Начал поворачивать вот таким вот образом мобильный телефон. И что получилось? Ребята положили трубку. Давайте сфокусируем сейчас. Телефон. Фокус. Вот. 2 часа и вот 5 секунд, и телефончик вырубился. В общем, в данной ситуации я еще один минус. Не знаю, как там, что там видно сейчас. В общем, минус какой, что я посмотрел те видео, которые вы уже видели, да, то там просто ужас. Лицо мое размыто. Samsung Galaxy S4 Mini Duos вообще не ловит, как бы, лицо, не понимает, что фокус нужно держать и все остальное. Еще одна проблема. Кошмар. Ну что, сейчас пойду поужинаю и буду звонить еще раз. Ну, думаю, к 12 ночи народу станет меньше, и мы дозвонимся все-таки, потому как телефон, моя симка так и не работает, то есть ко мне могут звонить, а я никуда позвонить не могу. Меня данная ситуация не устраивает. Мне нужен рабочий телефон. Водофон, да, может, ну его этот водофон, переходить, выбросить, ну, жалко выбросить. Я бы уже сломал просто карточку, если бы там просто были там 50-60 гривен, выбросил бы карточку, но там 1500, за 1500 гривен на счету, поэтому, ну, просто жалко. Подарок им такой неохота делать. И позвонить не могу. Вот кино, ждем. Ну что ж, продолжаем марафон маразма. В общем, давайте покажу. Вот так вот выглядит наш марафон маразма. Фокус. Фокус. На мобилке фокус не очень. Вот так вот, видите, да, вот это вот звоночек наш. Самый последний. Вот 2 часа 5 секунд после этого. Смотрите, раз. Ну. Так, еще раз давайте. Вот он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отменено это, знаете как? Это давайте покажу. Это вот так вот отменено. Мы звоним МТС. И вот так вот это отменено. То есть сразу идут короткие гудки. Пи-пи-пи-пи-пи. Отменено. То есть это отменено. Ага, даже вот так вот. Ну, давайте включим громкую связь. Сейчас даже не отменено, потому что... Добрый вечер. Вот. Людмила. МТС Украина приветствует вас. Ну, телефон жены, поэтому Людмила. Ну. То есть, ну, 8 раз там или 6 раз мне отбили, и 2 раза вот была вот подобная ситуация, что нет свободных операторов. Как работает МТС? Я вообще не понимаю. Ну, ребята с миллиардными оборотами, да? И управление счетом. Нажмите 1. То есть обороты выберите там... 2, чтобы побывать в мире новинок, акции и бонусов. Давайте. Тише сделаем. Нажмите 4. Мы хотим 0. В настоящее время все операторы заняты. Пожалуйста, перезвоните позже. Вот так. Но я хочу все-таки с оператором связаться. В настоящее время все операторы заняты. Пожалуйста, перезвоните позже. То есть, ну вот такая вот ситуация. Бесполезно. То есть дальше нажимать 0 и опять, и нам будет 20-30 раз говорить, что в настоящее время все операторы заняты. То есть, ребят, ну мне уже надоело. Телефон у меня не работает. То есть мой пакет. Никуда я не могу позвонить. С этого пакета, ну, дозвониться нереально. На сегодня, наверное, все. Потому как, ну... Я уже не могу, я уже устал, я просто сижу в компьютере, ковыряюсь и вот занимаюсь вот этой вот ерундой. Маразм крепчал, деревья гнулись. Ну, я надеюсь, что вот это вот положение вещей кто-то увидит там, где-то там наверху кто-то увидит в МТС, да, или как это нынче у нас будет, Водофон, да, кто-то увидит и не только поменяется
название компании, да, и отношение к людям. Скотское, я бы так сказал, отношение к людям. Клиентам, которые вам платят деньги, за счет которых вы там летаете на Мальдивы, ребята, отдыхаете и так далее и тому подобное. Потому как оборот компании, ну, миллиарды, да? А вот, вот такое скотское отношение немножко как бы, совсем чуть-чуть клиентам не нравится. 2 часа с чем-то прождать, потом еще 2 часа прождать, набирать, тыкать, вот, ну, это просто маразм. Так что все, пока-пока. Маленькое продолжение. Онлайн-консультация. Ну, решил, я думаю, может быть, на сайте добьюсь поговорить с живым человеком, спросить, в чем проблема. В общем, ситуация такая же. Онлайн-консультация. Запустить, разрешить, все, ждем, ждем. Ну и вот точно так же. Минут 10-15 нам показывают ролики, МТС, 3G, все в розовом цвете, все красиво. Тут я смотрю, усик тут молодец тоже. Все классно, 3G шикарно все. Ребята, 3G у нас нету. У нас южноукраинский 3G нету. Ну и связи нету. Как бы ладно бы 3G, да, то связи нету, то есть позвонить нельзя. То есть делайте выводы. Делайте выводы о компании. Делайте выводы, нужен ли вам такой МТС. Я лично свои выводы сделал и в ближайшее время планирую вот те деньги, которые там на счету, 1600 гривен. Мне просто жалко ломать карточку и делать компании МТС такой подарок в 1600 гривен. Я эти деньги, которые там есть у меня на счету, их просто, скажем так, потрачу и потом сломаю карточку и выброшу. В принципе, на сегодня все. Пока-пока. Увидимся.